Традиция встречать Новый год за общим семейным столом уходит своими корнями в далекое прошлое. И сегодня, под бой курантов в 12 часов, мы загадываем самые сокровенные желания и ждем их исполнения. Но этого торжественного момента могут дождаться далеко не все. Маленькие детки уже давно спят в своих кроватках. Юлия Королькова, хозяйка дома, в который мы сегодня приглашены, решилась на очень ответственный шаг. А вот какой, вы узнаете чуть позже. Пойдемте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы нам писали. Да. А мы вам готовы помочь. Очень хорошо. Мы к вам в гости. Познакомьте со своими домочадцами. Да, проходите, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Почти синхронизировались. Представляете, кто это? Знакомьтесь, это наша семья. Настя, Денис и Данил. Как вы их отличаете, Дениса и Данила? Не знаю, иногда путаю. И это очень понятно. Скажите, а как вы обычно встречаете Новый год? Всегда весело. Наряжаем елку, украшаем дом как можем, потому что елка – это всегда праздник, новогодняя мишура. Красивая, яркая, золотая. Хочется как можно больше. Красоты, веселья, да, красоты, радости. Веселья, радости. Да. Конечно же, ждем подарков новогодних. Особенно от Деда вы. Мороза. Да, да. Новый год – это для меня всегда подарок и праздник. Новый год каждый как в первый раз. До 12 часов дотягиваете или нет? Пока еще ни разу не было такого. Маленькие были, ложились спать. В этом году хотелось бы очень попробовать встретить Новый год по-настоящему в 12 под бой курантов. Ну что, готовы до полуночи держаться, чтобы Деда Мороза встретить во всеоружии? Нет. Нет? Пока не готовы? Да. Мама пока тоже. Мнения разошлись. Наверное, в этом году вы хотите чего-нибудь новенького. Да, хотелось бы, потому что мы украшаем дом как можем. Очень хотелось бы красиво украсить стол праздничный, за который мы собираемся всей большой семьей. Побольше красок, золота, все, что связано с Новым годом. Блеска, блестяшек, да. Игрушек. Тем более, что вы планируете сидеть за столом долго в ожидании прихода Деда Мороза и наступления Нового года. Поэтому стол должен быть центральной композицией. Да, совершенно верно. Ну что же, я с удовольствием готов вам помочь, но, к сожалению, моих знаний и умений недостаточно. А вот Снегурочка моя, она закончила как раз ту школу, которая позволяет ей украсить абсолютно любое помещение и предложить самые интересные идеи, которые можно воплотить вместе с вашими детьми. Готовы встретиться со Снегурочкой? Да! А для этого что нужно сделать? Позвать. Давайте позовем. Давайте, 3, 4. Снегурочка! 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 Кажется, меня зовут. Пора идти. А вот и Снегурочка. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Снегурочка, у нас сегодня непростая задача. Как мне объяснила хозяйка, хотят они подготовиться к Новому году таким образом, чтобы все было в золоте, чтобы все было красиво, чтобы все блестело, горело яркими огнями. И самое главное, мы должны с тобой обустроить стол, потому что ребята хотят гулять допоздна. Замечательно. Дедушка, у меня как раз есть золотая скатерть. Ну а все остальное, это будет большой красочный сюрприз для вас. Хотите сюрпризов? Да! Будут вам сюрпризы, а пока отправляйтесь-ка погулять, а мы со Снегурочкой здесь немножко поколдуем. Прошу вас. Пока-пока. Ну что же, Снегурочка, перед нами стоит непростая задача. Большой стол, большая семья, и нужно как-то обустроить все это пространство так, чтобы было и красиво, и практично. И в то же время очень хотелось бы, чтобы и детки что-то могли сделать своими руками. Именно эти пожелания наших хозяев я и учла, продумывая наши мастер-классы. Ага. С чего начнем? Начнем со стола. Стол вытянутый, прямоугольный у наших хозяев. И поэтому это натолкнуло меня на мысль, что композиция у нас тоже будет вытянутая. Приступаем? Приступаем. Работы, я так понимаю, предстоит нам немало. Это точно. Ну, первым делом мы начнем с конусов. Это основа для елочек, которые будут стоять по центру нашего стола. Я заметил, что конусы у нас двух размеров. Да.
Есть поменьше, есть побольше и есть немножко другой формы. Это для того, чтобы было разнообразие композиции. А я подумал, это готовое мороженое уже. Очень даже похоже. Ну смотри, можно конус оставить так, но некоторые елочки мы укрепим. Это можно сделать, например, набив их газетой очень плотно. Или, как вариант, можно строительной пеной их наполнить. Угу. При этом, когда пена увеличивается, у нее получается очень такое ровное, практически идеальное закругление, завершение елочки оригинальное. Надо которое же. Потом у нас будет на ножке. Красиво. Если вдруг получилось не очень ровно, то можно срезать, и будет такая плотная елочка, которая... Ага, то есть она абсолютно такая же, только мы срезали. Убрали у нее основание. Да. Хорошо. Таким образом, разные формы елочки у нас будут. Так, ну, я хочу предложить несколько вариантов оформления елочек. Итак, для начала нам пригодится обычная упаковочная бумага, из которой мы вырезали такой же шаблон. Ага. Давай его покажем. Вот он. Абсолютно идентичный тому, из которых мы шаблонов свернули конусы. Угу. И по такому же принципу мы его сейчас сюда и приклеим. Для фиксации очень удобно использовать двухсторонний скотч. А, вот какая хитрость. Его и не видно, при этом он очень хорошо держит. Так, следующий вариант я предлагаю добавить немного фактуры к нашей елочке. Давай. А для этого мы берем ту же бумагу, но просто ее мнем. Мне сама. Мне очень жаль. Итак, подведем промежуточные итоги. У нас получились с тобой елочки гладкие и елочки немножечко с мятой фактурой, я бы так сказал. Да. Это все? Нет, у нас же есть еще и третья елочка. А для нее у меня есть кусочек ткани, который будет использоваться для нашей скатерти. Мы ее сейчас задрапируем. Это делается достаточно просто с помощью горячего клея. Наносим несколько капель. В произвольном порядке? Абсолютно. И начинаем нашу ткань просто вот так вот распределять по нашей елочке. Конус у меня получился. Что дальше? Ну, дальше мы их ставим на ножки. Для ножек мы используем такие пластиковые стаканчики. Вот эту ножку нам она пригодится. А, понятно. Угу. Чтобы она подходила по цвету, мы ее покрасили в золотой цвет. Это здорово. Да, легко и просто. И с помощью горячего клея мы ее зафиксируем у основания елочки. Ну а дальше мы будем декорировать нашу елочку, нашу драпировку вот такими бусинами. Покажи как. В хаотичном порядке, можно сказать, в шахматном порядке. Чувствую сейчас себя не Дедом Морозом, а каким-то Кощеем Бессмертным, который над златом чахнет. У нас одно золото на столе. Да, золото золото подгоняет. Так, эти елочки мы оформили. Хорошо. Давай задекорируем наши остальные елочки. И вот эти гладкие. Да-да-да. Давай-ка. Ставь. И смотри, какой конус. Интересный способ я хочу тебе предложить. Давай-ка. Никакой клей использовать мы не будем. Примерно отмеряем диаметр нашей елочки. Где-то посередине, правильно? Пример. Абсолютно любая высота, любая длина. Вот просто режу, фиксирую бусинки. С помощью клея? Нет, они защелкиваются. Я все время забываю про этот прием. Оба. И вот так вот с помощью разных диаметров у нас будет оформляться елочка. То есть у нашей елочки появятся такие ожерелья красивые? Да, причем они будут тоже абсолютно разных диаметров. И из больших бусин, которые лучше всего, конечно, на основании елочки пустить. И совершенно маленький. У нас получился с тобой замечательный лес. Несмотря на то, что все эти елочки сделаны примерно из одного материала, они выглядят все по-разному.
То есть любое изменение украшений ведет за собой изменение внешнего вида. Да, и на самом деле, когда они будут сидеть за столом, им будет интересно рассматривать эти елочки. Скажи мне, пожалуйста, в таком еловом лесу не хватает, мне кажется, немножко снежка? Точно. И я предлагаю приступить к вырезанию снежинок. Для этого подойдет самая обычная офисная бумага. Формат А4, не более того. Да. Если делать из целого листа, это будет достаточно большая снежинка. Так. Я предлагаю свернуть пополам. Так. Есть такое? И уже вот такие вот квадраты. Один. И вот из этого кусочка мы также можем делать еще маленький квадрат. Потому что когда снежинки разные, это гораздо интереснее смотрится. Очень важно сделать четкие грани. Угу. От этого наша снежинка будет более аккуратная. Всего лишь нужно сделать фактически два надреза. Мы делаем к центру от одного угла. Угу. И с этой стороны. Также к центру с другого угла. И все. Наша снежинка готова. Удивительно. Оп. А эти снежинки мы будем также приклеивать к нашим елочкам? Нет, снежинки у нас будут парить. Это как? А вот так. Для этого я приготовила вот такие вот брусочки, которые заранее покрасила. Угу. Так. В центре брусочков я вижу есть дырочки. Вот. Да, да, да. В это отверстие мы вставляем вот эту проволочку. Угу. Так. Как можно глубже, да? Ну да, чтобы она зафиксировалась. Дальше придаем ей произвольный изгиб. Да, так она будет гораздо интереснее смотреться. Я тоже возьму один брусочек уже с дырочкой. Вставляем в брусочек. Ага. И теперь немножечко изгибаем. Угу. У меня получился вот такой фитилек. И теперь мы должны на нем закрепить нашу звезду, правильно? Да, вот опять с пистолет. Помощью пистолета. Хорошо. Хорошо. Снежинки достаточно легкие, поэтому они будут хорошо стоять на столе. Угу. И главное, что наши снежинки абсолютно подвижные. Легкое движение сквозняка, и они оживают. Ой, что-то я притомился. Мы с тобой, Снегурочка, сделали столько елок, столько замечательных снежинок. Давай ими стол украшать. Ну подожди, дедушка, ну еще чуть-чуть. Вот, ну как же новогодний стол без свечей? У нас есть вот такие подсвечники. Обычные стеклянные тарелочки. Да. На них мы сейчас закрепим свечи, но их мы сделаем, во-первых, по 3 штуки на одном подсвечнике, и хорошо, будут они разной высоты у нас. Держи еще 2, итого у тебя 3. Да. И мне 2. Так. И с помощью ножичка мы произвольно выбираем длину свечи, режем. Угу. И с помощью зажигалки мы ее зафиксируем на нашем подсвечнике. То есть мы оплавляем ее основание и... Этот воск будет служить нам клеем. Да. Теперь мы приступаем к декорированию стола. Снегурочка, осталось только разложить скатерть и расставить все, что мы сделали. Совершенно точно. Но обрати внимание, скатерть золотая, елочки золотые. Точно. И они будут сливаться. А для того, чтобы этого не было... У меня есть такая панель. Вот это она? Да. Которая хорошо будет служить тем, что она разграничит золото от золота. Хорошо. Приступим? Давай. То, что мы с тобой сделали, мне самому очень нравится. Достойно восхищения. А знаешь, мне кажется, детям очень понравится. Вот так вот сказочно, так волшебно. А то, что нравится детям, понравится наверняка и взрослым. И мы, по крайней мере, на это очень сильно надеемся. Я до сих пор верю, что Дед Мороз есть настоящий. Я помню одно впечатление тоже из детства. Я первый раз увидела Деда Мороза в кукольном театре.
И у меня есть фотография, я стою, и Дед Мороз меня обнял. И в этот момент я подумала, почему у него теплые руки? Ведь Дед Мороз, он же должен быть холодным. Но с тех пор я верю, что он настоящий, что он невыдуманный. Всегда рассказываю своим детям, что Дед Мороз настоящий. Честно-честно, вот каждый год жду, что мне подарят подарок, который я задумаю. Или даже если не думаю, но он все равно мне подарит в мешке подарок. Каждый год к нам приходит Дед Мороз, он нам приносит подарки. То в камин кладет, то на забор вешает. В новогоднюю ночь мы с родителями и с братиками выпускаем сердечко, шар большой, и он улетает. Вот и пришло время для второго мастер-класса. Мы со Снегурочкой приготовили для вас опять нечто интересное. Рассказывай. Ну да, часть композиции у нас будет на столе, а часть у нас будет над столом. Что мы для того, чтобы сделать подвесную композицию, имеем? Вот есть у нас такая рама. Угу. На два лица. Да, по-моему, тут еще несколько лиц поместится. Это точно. Какой размер у нее? Размер произвольный. Просто главное, чтобы повторяет форму нашей настольной композиции, форму стола. Что мы с ней будем делать? Первоначально мы декорируем центр этой рамы. Ее мы будем декорировать веревкой и бусинками. Ага, все у нас есть, и веревка, и бусинки, все в наличии у нас присутствует. А для этого нам с обратной стороны нужно набить много гвоздиков, на которые мы будем цеплять. Часть уже есть, а с остальной частью я справлюсь легко. На эти гвозди мы будем цеплять бечевку и вот эту вот гирлянду в хаотичном порядке, то есть создавать некую такую паутинку. То есть со своей стороны я тоже могу начать паутинку да, вести? Да, так будет гораздо быстрее. Так быстро мы с тобой, как два паука, наплели замечательную паутину с золотом притом. Вот что у нас получилось. Это картина, да, практически. Но, как я понимаю, это еще не все. Ведь у нас столько неиспользованных ингредиентов. Это наша еловая гирлянда. Ее мы сейчас закрепим с помощью хомутиков, которые я приготовила, по периметру нашей рамы. Снегурочка, я не ожидал, что искусственная елка может настолько преобразить нашу деревянную раму. Получилось красиво, гармонично и, что самое для меня важное, очень естественно. Согласна с тобой. Ну а сейчас для меня вот самое интересное – это декорировать. Поэтому я предлагаю не останавливаться, давай а не будем останавливаться. Такая композиция у нас получилась. Остались мелкие штришки. Мы расправим веточки, закрепим ее под потолком, и тогда увидим всю эту гирлянду во всей ее красе. Мне кажется, что у тебя, как всегда, в голове была замечательная идея, которую мы с успехом воплотили. Пора закреплять на месте и встречать наших хозяев. Будем ждать их с нетерпением. Думаю, что всем понравится.
Недавно мы прочитали с детьми книгу Усачева «Чудеса в Дед Морозовке». И там рассказывалось о том, что у Деда Мороза существуют помощники. Дети все время подозревают, что Дед Мороз, который приходит в детский сад или в школу, что он не настоящий. Оказывается, у Деда Мороза существуют помощники. Это специальные люди, переодетые в Деда Мороза, которые разносят подарки детям, потому что Дед Мороз везде не успевает. Но все равно есть самый-самый главный настоящий Дед Мороз, который готовит всем подарки, которые отправляет Снегурочек деткам с подарками и снеговиков, снеговичек и переодетых Дедов Морозов. Есть еще одна примета. Если не скоро Новый год, значит, к нам придет Снегурочек, значит, Дед Мороз придет. Согласись, Снегурочка, как же здорово быть сказочными персонажами. Это точно. Сказал особое волшебное заклинание, и половина работы готова. Так давай воспользуемся этим. Почему бы нет? Крекс, пекс, пекс. Что, Снегурочка, я думаю, все у нас получилось, что задумывали. Много золота, много блеска и теплоты. Ну что, пора звать? Заходите. Ну, смотрите, как вам? Нравится? Да. А что нравится? Все. Все нравится. И это очень здорово. На это ли вы рассчитывали? Мы, по крайней мере, попытались учесть все ваши пожелания, чтобы было как можно больше золота, чтобы была атмосфера праздничная, новогодняя, чтобы здесь было по максимуму и всевозможных шаров, и таких снежинок, и, конечно же, почти настоящая елка. Да, очень красиво. Нам очень нравится. И, может быть, в следующем году мы воспользуемся вашими идеями и попробуем сами нарядить наш дом. Ну что, осталось расставить тарелки, положить самые вкусные блюда, которые вы приготовите к Новому году, и зажечь гирлянду. Я уверена, что теперь встреча Нового года будет действительно праздничной, и мы сможем встретить подбой курантов всей семьей за таким замечательно красивым столом. Ну а вам, ребята, я желаю побольше вам подарков, хороших и сказочных, хорошего поведения, хороших друзей и замечательного настроения. Спасибо! Ты знаешь, Снегурочка, меня очень радует, что хозяевам понравилось то, что мы сделали. А ведь мы предусмотрели все самые важные мелочи, которые позволяют встретить Новый год, что называется, от всей души. Потому что можно на бумажке записать, например, желание. Эту бумажечку поджечь над свечкой, размешать в бокале с шампанским и выпить. И обязательно это желание исполнится, я это знаю. Проверяли на себе. Ну что же, мы свою задачу выполнили. В этом доме уже все готово к встрече Нового года, а нам пора отправляться дальше. А у нас еще очень много идей, воплощение которых вы увидите в следующей программе. «Елочка, гори!»